Так, ну вроде звук нормальной игры. История аркада дуэля. Ну история, конечно, также. Кстати, подождите, а давайте убедимся, что включены субтитры. Так, звук. Потише еще сделаем. Вот так как-то, наверное. Так, субтитры у нас написано русский. А где, собственно, здесь можно? Вот субтитры разработчиков. Вертикалочку для вас включил, видите, как оно. Ни хрена себе. Прицеливание. Стрельба из двух рук. Ладно, привыкнем. Вибрация не нужна. Автоприцель. Какой нахер автоприцеливание? Что? Я слишком скилловый для того, чтобы было автоприцеливание какое-то. Так, ну обычную сложность берем. Блин, ну что ж. О, Шизос транзистор подарил, прикольно. Только зачем тебе транзистор, если у тебя еще компания Мородина? Зачем тебе транзистор? Объясни мне. Так, пошел у нас сюжет. Я вот не знаю, читать вам, нет. Не, наверное, зачитывать не смогу, чуваки, вам придется сами читать. Я не хочу много читать. Озвучивать. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Видите, мы за охотника за головами играем. Да, когда-то только был. What are you doing here in Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Ну, где мы будем, да, охотник за головами играть, который будет рассказывать, собственно, истории. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the tin stars off any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy Короче, promised his regiments would take Биллом. The life of every bastard who helped Bushwhack John Tunstall. Который, собственно, был нехорошим человеком. И, собственно, нам его заказали. Зачем тебе смородина? Транзистор, объясни мне. Что-то сегодня совсем тяжело. Так. О, Терлион, здорово. Говорят, ну, в принципе, я смотрел шутки, говорят, прикольно, что ну, так, выглядит он прикольно. Сейчас посмотрим, наградущаешь. Не, ну игра хорошая, у тебя же компа пока еще нет. Тебе еле-еле хватает времени на то, чтобы Warframe поиграть, пока родители нет. Funny, haha. No, Steve. The other kind of funny. Какая скидка будет регулярно, ребят? Сейчас пара скидок начнется. А, мы уже играем. Ни хера себе. Так, сейчас. Дайте я покажу.
Ой. Что-то сегодня, я смотрю, не очень стабильный буфер. Но будем надеяться, нормально все будет. Да, что завернулся твой любимый триллион? Специально для тебя пришел. Так. Окей. Надеюсь, эти черные полосы по краям уберут. Так, Камс, не надо доебываться до людей. Вернулся. У нас ноги возвращаются. Потом уходит опять. Так. Перекати понял, смотрите здесь. Неплохая, кстати, графика для старой игры. Так, у вас нормально все должно быть видно, по идее, да? I knew those two morons would never let me through. I had no choice. Ага, он говорит, нас все равно бы не пропустили эти два придурка, поэтому нам пришлось их убить. Сейчас мы научимся на что стрелять. Вау, нихуя себе. Вау, с геймпадика два хедшотика-то, а два из двух? С геймпадика без аймассистика-то, а? Вы зарабатываете опыт. О, неплохо. Was it Pat Garrett's posse? И далее? Два хедшота с геймпада без аймассиста. Так, это перезарядить. И это хорошо. То есть хороший инпут лаг достаточно приятный. Ну, нормально. Несмотря на то, что отличная вертикальная синхронизация. Гигантная концентрация заряжена при следовом врагу. Нажмите, чтобы перейти в концентрацию. Ой. При замедленном времени, как я смотрите, не смог. Надо, наверное, больше пушку стрелять. Но нет, это пустого. Это надо присесть, да, у нас? Ой, нас там машет, пацаны. Да что ж я так в бошки-то попадаю, херена, да? Как же я чё просто хорош. Да ебать колотить, вы знаете, что с геймпада делаю? Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Так. Блин, пада далековато для револьвера, далековато. Так, так, оббежим. Мы будем хитрыми. Бам! Блин. Нас пытаются обойти. Так, а у меня зарядка есть, это сам концентрация. Мы сейчас концентрацию включим. Бам! А мы ее можем выключать, кстати. Ой. Ой. Было бы лучше, если бы нам как-то уведомляли нас о том, что... А нужно по трупикам ходить, интересно, нет? У них есть что-нибудь вообще? Не, поход по ним ходить, смысл. Лута здесь в игре поход нет. Эх, одни из тех старых игр, которые можно просто поиграть на прохождение. Не надо ничего качать, лутать, крафтить. Черт возьми. Я уже по таким играм немножко соскучился. Блин, уже попал. Тихо, тихо. Не надо по мне стрелять в таком количестве пацанов. Блин, на клаве мышки в нее, наверное, играть совсем не интересно. Ну, она простенькая, да, что достаточно. На геймпаде заебись. На клаве мышки было бы, наверное, сложновато. Я, собственно, поэтому в такие шутеры перестал играть на геймпадах. Потому что на клаве мышки в них играть стало слишком проще. Собака. Убийство в падении. Игра громковата. Давайте потише сделаем. У меня тоже, кстати, громковато. Так, собака.
Ну, я бы вообще больше хотел дробовичок. Чё? Вы можете увернуться от пули только когда индикатор смерти полностью заряжен. И как мне это сделать? Уворачиваться от пули, используя ЛС? Нихуя себе. Какие вы видели вообще, да? Бам. Слушай, хорошая игра. Она не могла, ты просто не смог пересмотреть меня. Не, у бота нормальная система, там никаких багов, я проверяю, ребят. Там все, там четкий алгоритм. Вы главное учтите, что если вы долго не смотрите канал, вы начинаете терять экспо. Ну то есть там где-то 3-4 дня, если вы не смотрите стрим, то есть ну не приходите, то вы начинаете тихонечку терять экспу, причем много. Вот, поэтому там система рассчитана на то, что вы должны приходить хотя бы где-то... А, использовать, понял. Где-то каждые 4 дня. После этого начинаете терять, причем много экспы. Так что там рассчитано на то, что вы приходите, смотрите. И, конечно, вы пишете, если вы получаете больше. Еще хэдшот. Вы видели вообще, насколько я охуенно с геймпада стреляю, чуваки? Вот все, кто спрашивает, типа, как? О, смотрите. Тихо, подожди, чё? У нас новый револьвер, что ли? Да хватит по мне стрелять, подожди, я же не вижу, кто. Где ты? О. А, их двое. Блин. Еп. Если чё, нахуй сюда. Опа! Держите, чтобы открыть меню. Удерживаю. Теперь у вас есть одна очка навыка, перейдите в категорию, перейдите к меню. А я не хочу левый навык. Я хочу вот стрелок на большие расстояния. Можно мне стрелок на большие расстояния? Поезд ближнего боя есть. Ну правильно, у вас первые три места, вы больше всего приходите. Привет, кстати, всем, кто смотрит. Сейчас пока будем разбираться, ребят. С двумя стволами. Меткий стрелок на большие дистанции. А, ну собственно вот этот нам и надо взять, да? Или вот здесь можно взять тоже левый. А, то есть мы один из левых навыков можем взять. Надо подумать, какой. Револьвер в каждой руке. Выстрелите два револьвера. Ад, имея с собой револьвер, удерживайте, используйте, чтобы взять ствол в каждом. Я не очень люблю, честно говоря, дуал этот самый. Так, здесь у нас... револьвер, тут у нас винтовка. То есть винтовки будут у нас, да? Но мы должны играть через револьвер сначала. А здесь у нас боец ближнего боя. Защита ближнего боя. Вы не можете быть пуленепробиваемым, но вы можете лучше защитить от среднем каждая четвертая вражеская пуля, выпущенная из оружия ближнего боя. Каждая четвертая вражеская пуля, выпущенная из оружия ближнего боя, будет отскакивать от вас. Кто-нибудь вообще понимает, что это? Как это? Каждая четвертая вражеская пуля, выпущенная из оружия ближнего боя. Чё, блять? Чего там все это самое? Вот он пишет в чатик, чё ты это самое? Так. Непонятно, непонятно. Ладно, давайте это. Быстрое прицеливание. Выбирайте цели быстрее. Ваша скорость прицеливания из любого оружия увеличивается. О! I'll take it. А, нет, это другое. Прицеливание через мушку замедляет время. Не спешите во время прицеливания, когда вы смотрите через мушку винтовки или пистолета. Время замедлится, как концентрация. На короткое мгновение. Достаточно, что... О! Вот это I'll take it. Вот это вообще I'll take it. Вот это вообще нравится. Да, действительно замедляет время, слушайте, охренеть. Блин, не туда. Подожди, мужик, подожди, подожди, подожди. Сейчас, блядь, да подожди ты, ёб твою мать! Вежливо же прошу. Так, чё удерживаете, подождите. А можно мне уже... Рейнджер... на шестизарядник. Подожди, а что мы в итоге возьмем с вами? А, мы берем шестизарядник, да. Не, ну рейнджер, наверное, попизже будет все-таки. Он там типа золотым горится какой. Да, ближний бой стреляет.
Не пришел на вечеринку с ним, потому что не любил ТД. А, ну вот видишь, он тебе ответил. Не всем нравится, правильно. Я специально разные игры для вас стримил, ребят. Сейчас вот сюжетку проходим. Народу уже больше, чем на Биошоке. Блин, не надо меня, пожалуйста. А можно мне винтовку? Я вот не очень люблю револьверы, если честно. Мне бы вот винтовочку дали. Я бы очень хотел, чтобы здесь репитер был. Был бы здесь репитер, был бы прям топово вообще. Я бы очень хотел репитер. Господи, да как же я охуенно стреляю с геймпада-то, а? Что-то вот только в этом я попасть на лупчика. Вы видели вообще? Пиздец вообще просто. Хорошая игра, кстати. Ну пока все. Блин, а можно мне винтовку? Она что-то классно перезаряжается, она так вот перезаряжается, очень прикольно. Ну главное же смородину, что террор был на дневном стриме. Чё тебе не устраивает? А это свой? Здорово, мужик. О, это репитер? Да, это репитер. Он вот так перезаряжает, видите? Так, а можно мы, пожалуйста, как-то вот ты мне ее отдашь? Давай тебя пристрелят, а ты мне ее отдашь. Ну, я ее точнее подберу, как наследие твое. Да? Ладно. Секрет взять. Смотрите, какой ты секрет. Две секретки все-таки есть. Значит, коллектиблсы здесь уже были, да? Я думаю, надо немножко поярче сделать, чуваки. Давайте немножко поярче сделаем, потому что в домах здесь, видите, будет немножечко тускловато. Давайте буквально пару делений вот так сделаем. Во, так, по-моему, получше, да? И улица не засвечена, и в доме поярче более-менее. Кстати, в связи с возвращением сюда мы опять отправимся. А, да, я видел, я как-нибудь зайду к вам. Сегодня просто делал, да ебеней было просто, я что-то уставший пиздец уже сижу. Но игра нравится, поэтому в принципе норм. Очень удачно, что я лолец постримил перед этим. То есть я сконцентрируюсь на игре, а не на... Yes! Давай, давай, давай. Можно хоть черные полосы убрать? Сейчас, подождите. Ну, мне кажется, можно выключить это говно. Мне не нравятся эти черные полосы. Изображение. Дальность обзора большая, вертикалка, ба-ба-ба-ба-ба. А как выключить это говно? Обзор легендарного оружия. Особый, обычный, чин. Кажись, нельзя убрать это говно, да? Блин, жалко, ну ладно. Ой, что-то я из него стреляю хуже, чем... Блин, я из него стреляю что-то хуже, чем из пистолета, чуваки. Надо, наверное, вот так, наверное, нажать. Вот так. Вот так. Промахнулся. Попал. Слушай, там может по бочкам? О, работает! Слушайте, здесь тоже бочки работают. Ох, попал! Не попал. Не попал. Попал. Эх. That's when Charlie got hit. Бам! Боже мой. Мужик, как тебя приняло-то, а? Так, а мы можем? А, это же там что у нас, да? О, бочки. Бам! 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 Не совсем бам, но бам. Ну, попал. Перезаряжай. Зря я это делаю. Я очень неправильно встал, на самом деле. Надо как-то так встать, чтобы отрезать врагов. Я попал? Нет, нет, не попал. 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 Не попал. Попал. Эх, он немножко поднялся, жалко.
Эх. Слушай, ну я отвык немножко, отвык от стрельбы на геймпаде. Ну, бля, руки-то по... А, подожди, мне надо было именно X нажать. Не понял. Ты чё, киктайм ивент, что ли, будет? Слушайте, а вот это я не был готов. Это Quick Time Event, походу, был, чуваки. Так, понятно. Тут уже по скрипту не положено нам дальше стрелять. Мы должны найти лошадей. А как сделать стрелочку для... Ой, смотрите, милишка есть. Как сделать стрелочку для дебилов? А можно, пожалуйста, стрелочку для дебилов? Вот. Там в Биошоке была очень хорошая стрелочка для дебилов. А, во! Бля, обожаю, когда я стрелочка для дебилов. Так. Не, ну все правильно, да. Так, я могу не жарить, но друзья разве не знают, как называется. А, хер его знает. Не в курсе. Так, нажмите... РБ, чтобы вышибить дверь, атаковать врагов внезапно. Но РБ это же замедление времени. А, ну все правильно. Ой. Блять, как можно было в такой ситуации промахнуться? Вот просто, сука, как. Тут еще один был. Ну, где-то там, ворон. Ааа, не дотянул. Блин, вот в такие шутеры консольные все-таки охуенно играть на геймпаде, чуваки. Вот на клаве мышки мне было просто, блять, скучно. Это было не слишком просто, еще и замедление времени, блять. Вот. А вот на геймпаде заебись. Заебись. Для смены оружия. Да не, мне норм с винтовочкой. Я винтовочку буду, наверное, качать, наверное. Зря ты высунулся, ладно. Хотя для разнообразия. Да и потом патроны, наверное, будут кончаться однажды. Можно будет переключаться на револьверчик. Так, тут кажется, хитбокс немного меньше, чем рейк. Может такое быть, да, но это ничего страшного. Ну тут как хитбокс, тут же шляпа. То есть иногда я попадаю в конец шляпы. Ну, точнее, в гости. Край шляпы, но шляпа же не является как бы хитбоксом чувака, поэтому... Бля, можно мне так как-то сделать? Я вот хочу себе такую обилку на постоянку. Вы видели, чуваки? Это ж просто пиздец. Пиздец, я хочу себе такой обил. Как я не попался? Так, надо брать эту самую сейчас. Не так, как я хотел, на самом деле, но было. Ух! Хорошо. Ну мы можем, наверное, уже вылезать. Бля, это было круто, видели? Как в Red Dead Redemption практически. О, привет, мисс Windows. Сегодня твой первый стрим с вебкой наш, видишь? Видишь, как стримера. Как стример выглядит. Почему-то у меня ассоциация этой игры с Hunt Shutdown. Не знаю, не играл. Так, давайте дальше смотреть. Подсказки о самородках истин. Не упускать ни одной важной детали. Не. Дополнительное приближение при прицеливании. Задержите дыхание, будет точнее. Цели спокойные, фокусируйтесь на одной цели. За раз вы получаете важный. Блин, вот это неплохо. Вот это я бы хотел. Ускорение перезарядки. А, то есть мы можем попасть вот сюда только через вот эту, да? Ага. Возможность носить больше патронов для винтовки, носить с собой еще больше патронов для винтовки, повышать вместимость своего патронажа. Ну, у нас еще револьвер есть, поэтому страшно. Быстро для винтовки, причем только. Угу. Быстро перезарядка винтовки. Удерживается винтовку на мгновение ока, вставляя обойму винтовки, выскочив перезаряд. Ну, это тоже последственная хуйня. Мне на самом деле вот эти два не очень нужны. Ускорение перезарядки с быстрым нажатием кнопки. Аккуратнее обращайтесь с патронами во время перезарядки. Безостановочно нажимайте, чтобы ставить патроны быстрее. Навык не применим для механизмов перезарядки с копирующимся стволом. Что-то здесь дурацкая ветка какая-то.
Полуночниками это называть. Ну, в других регионах, да, ночь. Так, внешность скрывается инженерный шедевр, Так, ладно, хорошо. Слушайте, а как вот разлочить ту обилку, которая замедлила мне сейчас время? Это было очень круто. Возможность носить больше патронов для револьвера, носить с собой еще больше патронов для револьвера. Ага. Возможность носить больше динамита, потом... А, дробовики будут все-таки в игре, да? Окей. Ясно, дробовики все-таки будут. То есть нам для средних дистанций нужна будет винтовка, а для милишной больше дробовики. Так. Уникальный патрон повышенной для шедевра дарит стрелку ровно оттуда дополнительной мощности будет, который необходим уже цель на расстоянии. Этот дробовик не только может убить больше дистанции, но и при этом не требует явления точности. А дробовики — это классно. Но у нас пока дробовика еще не было. Быстрое прицеливание заменяет цель быстрее, ваша скорость прицеливания любого оружия увеличивается. Еще увеличивается скорость. Классно. Больше концентрации попадания в голову. Кстати, главное, чтобы сортировать каждый раз в голову, получится больше концентрации. Это неплохо. Скажите о врагах, замечайте врагов даже вне поля зрения, маркеры по краям. Это не нужно. Так, врагов попадайте в голову даже не целясь. Нажимаете, удерживаете РБ, вы будете расходовать. А, вот эта обилка была. Вот она, наверное. То есть нажимая и удерживая, мы помещаем, типа как Red Dead Redemption. Блин, это классная тема. Неизвестный питатель этого шедевра модифицировал его пружину, чтобы увеличить емкость магазина. Кроме того, дробовик легче и проще. А, дробовик — это винтовки, видимо, в этой игре. Хотя странно немножко. Так, благодаря чему он удобнее в руках, имеет меньшую отдачу. Отдача, скорость прицельный магазин. А-а-а, но это не самая полезная ветка. Объективно говоря, это не самая полезная ветка. Но только вот здесь непонятно, это все-таки имеется в виду дробовик или винтовка. Дальность, урон, разброс. Ну пока давайте еще откачать не будем, потом почитаем внимательно. Потому что пока еще непонятно, у них дробовик — это типа ружье? Любое. Или все-таки здесь будет карабин? Блять. И... А, черт, не дожал. Бля, не дожал. Не дожимаю. Жаль. Ну, нормально компенсировали. Да, по всей видимости, ружье здесь перевели как дробовик, что странно, потому что там есть параметр разброса патронов. Рейнджер, шестизарядник можно. Ну, посмотрим, ладно, сейчас пока тратить не будем. Там все равно ничего такого полезного, что в корне изменит. Кстати, секреточки могут быть. О! Чё? Чё? Где? А, да, всё-таки это секрет. Видите, мы второй секрет нашли. Шляпа, она так... это самое, выделялась. Шериф Пэт Гарретт. Шериф встретили. Так. Не любили шерифа здесь. Ну, шерифов нигде не любят. Но мы-то на одной стороне, бро. Я же все-таки Баунти Хантер. Бро. А, ну понятно, неуклюжий. Долбоящер. Неуклюжий. Да, он гордый, но неуклюжий. Чувак, ну нам же с тобой что делить-то? Зачем мы его выделили? А зачем? Подождите, мы же Баунти Хантер. Мы же на одной стороне с ним. Так. Используя РС, чтобы следить за противником. Хорошо. А, ну типа вот это, понял. Ох, блядь, как её колбасит-то, чуваки, ёкарный пятак. Чёрт, как её колбасит. Ну ладно, ладно, хорошо, я мастер стиков. Девушки, примите к сведению. Так, когда противник потянется за револьвер, нажмите РТ, чтобы достать свое оружие. Прицельтесь с помощью РС. Затем стрелять, используя РТ. Почему прицеливаясь? А, ну типа имеется в виду. А чё, ЛТ типа не нуждаешь? Кстати, в голову.
Подожди. А что за... Короче, как-то странно. То есть там надо дождаться, пока прицел станет маленьким. То есть пока он большой, вы нихера не попадете. То есть надо выстрелить желательно один раз, но в последний момент. Если выстрелить слишком рано, то типа он слишком большой, и пуля туда прилетает в какие-то рары. Сейчас надо смотреть аккуратнее. То есть сразу не стреляем. И ждем, пока прицел станет маленьким. Что-то он вообще не стал, вообще не меняться не стал, подождите. Так. Еще раз. То есть мы обязательно должны сначала нажать, появится прицел. И второй раз уже нажав, видимо, мы выстрелим. Ладно, буду пытаться выстрелить, хуёвый дед. Вот он прицел. Во! In a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. Так, короче, все нормально. Мы с ним на одной стороне. Просто для, так сказать, обучения нас это сам. То есть, знаешь, короче, первый раз нажимаешь курсор, появляется он сначала очень большой, и ты промахнешься, скорее всего, выстрелив сразу. Надо подождать, пока он станет маленьким. И после этого уже выстрелить. And bam. Last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And boy, that was just the beginning. Хорошая игра, кстати, очень стильная, прикольно, странно, а что это она не на слуху была? Это вот спасибо Марте за то, что я постримил в свое время. Я через Марту знал об этом существовании этой игры вообще. А сейчас перед Red Dead Redemption сама оно начать окунаться, так сказать. Тематику Дикого Запада. Очень хорошая игра. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, bastard had clocked me with his Colt. Странно, зачем нас арестовывать? Может, мы еще пока не Bounty Hunter, может, мы еще пока просто бандит? When he realized there was no getting out of there alive. Ага, Кида, короче, тоже повязали. То есть мы были членом банды, и нас готовы... Слушай, ну у нас походу система как в Red Dead Redemption. То есть будет типа как мы были преступником, а потом будем уже на благо типа этих там правоохранительных органов. Ну, в Red Dead Redemption первая такая же система. Да, прикольное повествование, очень действительно классно. Ну и тем более такой акцент хороший. У нас все еще одно очко. Да, вот упает. Мне вот это нравится тема. Приближение при прицеливании, это классная тема. Будете точнее цели, спокойно фокусировать на одной цели за раз, вы получаете дополнительное приближение. Это вообще классная тема. Но вот это мне нахуй не нужно. Самородок истинно, не упускать ни одной важной детали, дополнительные звуки, подсказки для вас прямо к приятным самородкам. А вот эту сразу нельзя, а только через вот эту. Или вот так вот проходить. Ну ладно, подождем. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. Ага, Билли уже решил сбежать из тюрьмы. Later they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. Ага. Билли ведь и нам помог сбежать. Спасибо, спасибо. My first order of business was finding a firearm. Так, мы пошли искать оружие в тюрьме. Ну хотя все, в принципе, охранники могут быть. О! Опа! Так, это что такое? Гасил. Хотя огонь. Привет, унтерменш. Салфетки. А салфетки здесь не пригодятся тебе. Я сегодня один стримлю. Но с вебкой. Но тут, я думаю, тебе тоже салфетки не очень пригодятся.
Хотя мало ли, в 2018. Ага, это уже двухстволка. Это уже дробовик. Все, значит, дробовики в игре есть. То есть есть карабин, есть дробовик. Окей. Потихонечку примем вот новую игрушку. Ну, в смысле, как? Так, у нас с вами есть дробовик. Дробовик чем хорош, не обязательно... Так, а мы как стреляем-то с вами? То есть... Сначала мы выстреливаем один патрон... Ага, только по одному патрону, отлично. Так... Слушайте, а дробовички-то это вообще хорошо, это я люблю. Ну, если, конечно, они нормально дамажат, не во всех играх. К сожалению, колено. Смертельное попадание в колено. Домой. А можно открыть, нет? Нельзя? Привет? Вот. Да, Смородина, выкладывай давай фотку уже свою. В Дискорд. Люди уже заждались. Все подписываются на Дискорд в надежде увидеть Смородину. Давай уже выкладывай. Что-то там нехорошее происходит. Но мы не будем вписываться, нам это не очень интересно. Так, ага, прыжок, понял. Тихо. В смысле, кто? Где? Ой, еще снизу по мне. О, надо бежать. А, там надо было на это, я понял, она прям передо мной упала. Я думал уже отсюда невысоко падать. Решил прыгнуть просто вниз и укрыться. Не, это, короче, паркур. Да, она прям передо мной падает, черт. Это немножечко неудобно. Ну, короче, Иисус, короче, меня кидает сверху. То есть, казалось бы, откуда может сверху упасть вот эта хуйня? Иисус. Так, а куда нам отсюда? Так, мы, наверное, разобьемся. Же, да? Войти в концентрат. Да нам не нужно. А, слушай, мы, наверное, скрыть. Блин, вот не всегда понятно, что разработчики. Кстати, это случайно не сокровище, нет? Нет. То есть, и вот куда они хотят, чтобы я пошел? Кто-нибудь понимает вообще, нет? Туда нельзя. Крыши. Мы не можем внутрь попасть тоже. А, пока мушку, да? Пока мушку, понятно. So that bastard you were after. What did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever gonna find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. Так. I tried to be stealthy and sneak my way past. Король стелса, пацаны, выходит на тропу войны. Вы знаете, как Никитос хороший стелсе. Не всегда, правда, понятно, куда идти. Наверное, все-таки же можно спрыгнуть? Да, наконец, можно спрыгнуть. Сокровище, смотрите, лежит. Курица охраняет сокровище. Далее. Так, стелс. Сейчас бы с дробовиком, да, в стелс играть. Подсказывает, что я зафакапил, пацаны, стелс. Да, стелс я зафакапил. Дробовик вдаль. Ну, у нас пока другого все равно нет. А, не, у нас уже пистолет есть. А, то есть нам придется, ребят, выбирать походу. Нам придется походу с вами выбирать. Дробовик или винтовка. Болею, какая фотка, подыхаю. А, тебе хуже стало, да? Ну ты держись, Смородина, держись. Так, то есть получается, чуваки, винтовка может быть только одна. Либо дробовик, либо этот самый. Самой. Ебать у тебя жизнь. Много смородины ел.
детстве, наверное. Блин, то есть получается, что нам придется от винтовки отказаться от дальнобойной, потому что револьвер еще как-то может их компенсировать, а вот дробовик в мили компенсирует проблема. Потому что бам, просто бам и все. Так, этого надо будет концентрацию убивать сейчас. Блин, ну как я? Или я попал? А, не попался. Так. Две винтовки, походу, я буду получать. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. Бам! I knew I needed to find. Ты не умер? Ебать, он все еще не умер? Так, стоп. Товарищ. Товарищ, вы не охуели? Так, что-то мне уже дробовик не очень нравится. Что-то он как-то не очень, у него хорошая кучность. Что-то дробовик здесь. Он должен был вот этого придурка, который там сидел за укрытием, он должен был с первого выстрела убить. Что за бред вообще? О-оу. Да и патронов немало. Блин, он с одного выстрела в тело не убивает на таком расстоянии. Дробовики говно, будем играть с Юпитером, значит. Это пасос, а не дробовик. Дарью охуели. Не, дробовик говно, короче, понятно. Ну просто у него как бы всего два патрона, и один патрон не убивает врага без броников. Ну тут наверняка будут какие-нибудь враги с брониками или типа того. Ну понятно, что такими мы не будем играть, с такими всю игру. Потом появятся более сильные. Блин. Ну игра, ну ты чё? Ну чё ты от меня хочешь-то? Игра. А, кстати, а чё он здесь от меня хочет? А как-то я вызывал, по-моему, подсказку, ну... А, вот, победите через город. А есть идея, где он вообще будет? А, ну всё-таки, да. Но дробовики, короче, мне что-то не очень нравится. По-моему, многозарядных дробовиков тогда еще не было. Винчестер придумали уже, по-моему, попозже. Вот оно куда, понятно. Поэтому, по-моему, здесь многозарядных не будет дробовиков. В то время были только репетиры многозарядные, но это были просто карабины. Да, это Quick Time Event, чуваки. То есть тут надо нажимать именно ту кнопку, которая на экране. Но так как я мастер Quick Time Event, вы знаете. Так, вот теоретически вот эту уёбку можно дробовиком просто пробить. Нет? Ну и говно здесь дробовики, чувак. И... Ну и говно здесь дробовики. Да ну нахер их вообще. Мы, короче, карабин возьмем, как только найдем. Ну и нахуй эти дробовики. О, блядь. Я хирел, что ли? Мужик, мужик, колено. Это же бочка? Нет, это не бочка. У меня есть, кстати говоря, эти самые. Вот эти вот. Ать. И еще одного придурка сейчас ставлю. О, раз. Два. Что-то... Мысль, я ж попал. Ну ладно. Элис. Вверх, по-моему, стоял, не? Отлично, наверное. Ладно. Не хватает мне моего любимого репитера уже. Слушайте, а может у кого-нибудь из них был? Мужики. Блядь. Где? Воздух так размывается, видели, как будто... Щет. Ну с револьвера хер я попаду на такое расстояние, ага. Уже попал один. Так, давайте. Нам бы найти бы. Почти. Попал.
не хватает мне концентрации. Есть. Кто там? Вон он. Еп. Ну, почти. Ну, то есть я попал, но дело. Бля, ну с револьвера, чуваки, с геймпада на такое расстояние, ну это издевательство просто. Это удаляй вообще, не, надо штурмовать. А у нас очень мало, да? Надо попробовать штурмануть дробовиком. Что с тычем, в смысле? Нормально все с тычем. О, какой же дробовик говно, о боже мой. Пацаны. О-оу. А у меня же была вот эта вот, которая дает мне уклониться от пули. У меня же была, которая дает уклониться от пули. Высовывайся давай. Давай. Просто домой. Нам бы и Питер бы найти. Нам бы Питер бы. Дом. Yep. У меня одного завис стрим и ошибка вылезла. Ты чё, может быть? У меня вроде идет сигнал, ребят, исходит. Напишите, как у вас. Блин, не попадаю. Попадаю, но там, видимо, это самое. Еще частичка бокса, тележки. Ауч. Пули летят, смотрите в нас. Мы видим, как у нас пули летят. Нихера себе во время буллет тайма. Круто. Нравится. Нихера не видно. Чуваки, ну блять, геймпада. Ну такое, блядь, расстояние с револьвера. Вы издеваетесь? Вы, блядь, издеваетесь? Игра. Игра, имей совесть. Нет? О. Непривычно играть в игру, в которой нет коллектиблсов. Где не надо ничего. А, во, у нас есть. Кстати, уже 2 очка. Два очка уже есть навык. Вот это они зря место сюда, конечно, сделали. Тяжело очень. Блин, чуваки, на туре у вас что-то овердуху, я вообще прям овердуху. Так, еще там будет один, да, понятно. Пикаем. 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 Это хорошо. Надо, наверное, перекурить. Счетчик туда-сюда, смотри, тоже скачет. Но сейчас люди с анальным зудом зайдут. Определяться для себя, как им норм, не норм. Потому что игра-то не все они знают. Кому-то понравится, кому-то... Кому-то нет. Тихо. Короче, три Питер и Пирс. Taking out Bob Olinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. Dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob. I said. Посмотри, какая странная болезнь, да, без температуры почему-то. Такое бывает, когда организм не дает защитную реакцию. Это херово, кстати, вообще. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. Ага. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Изменяйте положение руки с помощью того, чтобы быстрее выхватить револьвер. А зачем?
смысле? Так, подождите, я не понимаю. Так, что-то я не въезжаю. Вот это сейчас я не понимаю. Я не понимаю. Не понял. Придется сейчас езжать. Я не понимаю. Здесь 5,9. У тебя какая-то странная, да, болезнь. Ну, бывает. Так, я не понимаю левой рукой у меня смысл. Что, зачем? То есть надо, чтобы рука была над револьвером. И все. То есть просто так тыркать ее не нужно. Нужно просто над револьвером ее держать, и все норм будет тогда. Видимо. Но тут перед сложно еще и правым стеклом, и левым стеклом. Я рад, что вам нравится. Это здорово. Мне нравится. Мне это нравится. Это здорово, что вам так понравилось. I was hired to help them track down the cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious, Johnny Ringo, led by old man Clanton himself. То есть мы нашли того подонка, которого искали, убили. Теперь ищем другого подонка. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Ну, ведь потихонечку сюжетные игры проходят. Ну, прохождение. Ну, скоро вот Red Dead Redemption будет. Еще Green Dawn постримим. Еще, может, как-нибудь с Петровичем что-нибудь постримим тоже на прохождение. Сложно, с ним немножечко сложно, но... Буду надеяться. Так, а можно сохраняться как-то? Ага, сохраняться нельзя. Сейчас перерыв просто хочется сделать. Надеюсь, игра не вылетит с ошибкой за счет того, что я свернул. Привет всем. Да. Я сейчас посмотрю, как у нас статистика. Что там с плечом вообще? Были проблемы, нет? Ну, нет, проблем, можно сказать, не было. Нет. От меня до Твича все норм. Поэтому, если какие-то были косяки, то локального характера. Все хорошо. Если внезапно есть новый зритель, подписывайтесь на канал. Сейчас будет минутка перерыва. Надеюсь, вам нравится. Я, конечно, сомневаюсь, что на этой игре будет новый зритель, но мало есть фанаты. И, собственно, через минутку продолжим. Я, наверное, музыку не буду никакой врубать, а то сейчас, блядь, страйк или пятый, я хочу на YouTube залить, поэтому в тишине посидите. Пока.
Так, я вернулся. О, он свернулся. Блин, я опять не причесался, черт. Забываю причесаться. Так. Картинка. А, нам, кстати, дали смотреть репитер. Так, ну очевидно, что играть мы будем, чуваки, с ним. Это именно винтовка. Отдача, скорость прицеливания, магазин. Ладно, а что у нас еще есть для винтовок? Это у нас револьверы только. Так, а это у нас тоже револьвер. А, это обрез. А, тут будет потом дробовик обрез. То есть его, наверное, можно будет таскать вместе с винтовкой дальнобойной. Понятно. Ну, короче, давайте, давайте. Я вот все-таки хочу вот этот перк. Либо вдаль. Так, прицельное оружие увеличивается. Так, стрельба по брошенному динамиту устраивает играющим фермером, как на сферон, бросив связку за щетку, легко сможет выстрелить ее. Это зря, так прицел ваш оружие будет сам следовать за динамитом, просто нажмите РТ, чтобы взорвать его вот. Разделение динамита в полет, разметьте, и так понятно. Больше концентрации попадания в голову, попадание в голову, чтобы сразу на каждое попадание в голову, получите больше концентрации. Подсказка врага за спиной, замечайте врагов. Казнь ближайших врагов, попадание в голову, даже не целится. А, вот это, кстати, мне как раз понравилась тема. Да, блин, давайте вот эту, короче, качать. Только через вот эту. Дополнительное приближение. Давайте. Интересно, Ринго. Твайс, не забывайся, что у тебя всегда есть возможность засабаться и получить иконку пиздатую рядом с ником. А скоро у нас еще будет для сабскрайберов, ребят, ретро-игры. Заказ. Вы сможете заказывать игры на ретро-стримы. Поэтому те, кто регулярно смотрит, подписывайтесь на канал. Вот. Так, я только немножко ошибку совершил. Да, с винтовочки, конечно, поудобнее стрелять вдаль. В голову же попал. Блять, там, видимо, мозгов не было в этой части головы, поэтому не засчитали. Бля, видели, в голову попал. It was then I wondered if the rocks were in hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attack from on high like Apaches often did. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads. Не вижу. А, сверху. Хайграунд. Да подожди ты, ёб твою мать. Не попадай. What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. Where's he going? Ай-яй-яй-яй, как можно было промахнуться в такой ситуации? See, at the time, I was still pretty green. Да, там вроде обещали приближение. Что-то я, если честно, приближение с той обилки не заметил. Но может быть оно все-таки есть. Хотя учитывая. Не, вообще учитывая, как далеко они стоят, наверное, приближение все-таки есть. Ты заебешь, чувак, ты реально. Ты заебешь. А ты че? Блять, как же я по бошкам отрабатываю, видели? Не? Видали, все патроны меня сожгли. То есть у меня было дохуя, мне минус нули. Дотягивай меня. Ошибку допустил, что прожал. Не нужно было прожимать. Все, патроны потихонечку заканчиваются. Еще и сзади суки обходят.
Я так чувствую, мы должны сдохнуть в каком-то сюжету или... Ну или во всяком случае что-то такое произойдет. Больно. Больно. Сзади еще. Понял. Вижу. Вы видели, сколько хедшотов? А, вы еще меня будете дальше писать, да? Блин, рука дрогнула. Какие пытаются меня догнать. Мне кажется, надо лучше свалить. Хотя это халявный спа. Интересно, экспа идет, как вы думаете? Наверное, идет. А, патрон кончились, я понял. То есть мы по сюжету должны. Ну, кстати, хорошо, мы максимально реализовали патроны. Экспу. Патроны. И теперь, как по сюжету полагается, то есть они уже должны были кончить с того момента, на самом деле, просто я дохера мет. Поэтому мы убирать должны без патронов. Я просто, как бы так сказать, догнал игру. Игрой не предусмотрено, что можно столько пиздат охуенно стрелять, что к тому моменту у тебя все еще есть патроны. А у меня вообще нет патронов? А, не, у меня есть 3 патрона для пистолета. I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much needed ammunition. Bat Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. Так, прикольно. Видите, упал сверху. Трупик с потрошками. Так долго смотришь, что приближается. А, выбрать динамит. Да, быстро броска. А что продолжить? А, мы должны выбрать его и прицелиться им, да? Нет? То есть, а есть у нас в руках вот этот хрень? Мы кинем все еще на них. А, вот туда можно разобраться. Динамить. Оу, oh, yeah. Ауч. Он остановился. Я проправку брал на то, что он дальше побежит, он остановился. Хорошая игра. Совет всем. Ну, только на геймпаде играть. На клавиатуре будет скучно, мне кажется. Ну, слишком просто будет. Так, понятно. Пулеметчик у него там. А еще нам даже подсвечиваться сокровища, но они нихуя не подсвечиваются. Поэтому если вы заметите какое-то сокровище, которое я пропустил. Слушайте, а вот это, наверное, оно. Как мне туда... Видели, там ништяк лежит? Это сокровище. Как его подобрать? I needed to get that old man off that gun. Да погоди ты про old man gun. Нам бы вот эту бы забрать бы. Где-то самород. Я вот иду. Самород первый. Я пытаюсь. Давай. Ну, эту же соберешь, правда же? Ну, так, подождите. Какого хрена? Может, и здесь обойти можно? Блять, ненавижу настолько плохо задизайненные этапы. Прям очень не нравится.
Блин, почему игра должна быть настолько плохо сделана? То есть я вот не понимаю реально прикола. Можно же делать нормально было. Ёбаные, сука, твари. Вот какой подонок это дизайнер? Вот какая скотина ебучая это дизайнер? С такой поганой физикой, с таким ужасным прыжком. С невозможностью зацепляться за карнизы. Зачем это делать? Слушайте, а может ее надо пристрелить, чтобы она упала? Нет. Я понимаю, что самородок рядом. Как его взять-то? Господи, ну как вот можно делать игры настолько плохо? Ну вот, казалось бы, мелочь, да? Но, блядь, ну почему так плохо сделано? Блядь, ну вот почему так плохо делают игры? Я вот не понимаю. Вот, ну почему? А, во. Параллельный ход. Так, где-то тут она бежит. А, вот она. Слава богу, я думал здесь все по коридору совсем, но нет, есть обходные пути, слава богу. Я думал тут совсем по коридору, чисто только вперед и назад, но нет. Ну, короче, от камня до камня все понятно. Где следующий? Так. Тут есть некоторые проблемы. Ага, вижу. Так. Откуда он по нам стреляет, собственно? Я линию огня не вижу. А, вижу линию огня. Ну зато их я, наверное, выйдет должен. Да, вот она линия огня. Так, дальше нам туда. Сейчас чихнул. Чихнул. Так. Но успел спасти ваши уши. Блин, это камень. Там. Не, здесь нельзя пройти, ладно, я понял. Чё-то... По-моему, меня закидывают чем-то, да? А, вон он. Я ж в лицо ему попал, спасибо. Я в лицо ему попал, вы видели? Блин, чё за бред? Вот эти вот консольные игры иногда просто думаешь, блять, что? Динамит. Да. Вот это было сейчас, конечно, круто. Твою мать! Блять, консольные игры, сука. Динамит. Блять, я не могу выйти. Он успевает кинуть, сука, динамит. Не, все, пизда мне. Всё, тут сейчас динамит приземлится, а мне уйти некуда. Я уже... Ну, я не знаю, как их пристрелить, не умерев. Меня ставят гораздо хуже, чем я пришел. Вот этот, надеюсь, ублюдок кидал. Самый.
А, патроны кончились, патроны кончились. А, мы, кстати, можем динамит не убить. Ой, блядь! Каждому из нас живет маленький Петрович. Каждому из нас, чуваки, живет маленький Петрович. Даже не спрашивайте, как это возможно было выстрелить через стену. То есть я так хуяк и хуяк сразу за стену. То есть, да, был динамит у меня, да. К сожалению. Ну он как-то, блять, об этот самый. Ну, с консольной игры, консольная физика, то есть. Ладно. Надо будет потом, когда прокачаем. Винтовку будет кидать динамит, сразу у него стрелять будет красиво. Чё, чатик затих, чатик, приветик, ку-ку. Как вам игра? Подписывайтесь на канал, если есть новые зрители. Вообще, наверное, на патроны надо было всё-таки взять. Ил. Да ебать, серьезно, как можно было, блядь, сейчас промахнуться вообще, в смысле? So what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first I need to tell you about the cowboy's new boss. Curly Bill Brooks. Воу, там народу сколько. Get ready, boys. Ловить. По бегущему попал. Оу. Ау-ау-ау-ау-ау. Блин, надо было, наверное, тут персик качать на дополнительные патроны. Черт. Еп. Не попал. Да, посмотрим, там у нас навык какой-то новый. А, ну это ускорение перезарядки быстрым нажатием. А, ну, давайте возьмем. Быстрее будем перезаряжать. Не, нам, пожалуйста, вернись, только пробить. Так, вон он входит, но мы его не пустили. Ах ты, зараза такая. Опа. Оу, надо по трупикам почаще ходить, с патронами куда проблемы, да? Где? Ай-яй-яй-яй. Да, действительно быстрее заряжаем. Тихо, подожди, мужик. Ну, это должна была быть гоу, ну ладно. Ип. Должен был в голову попасть. Нет. Ну, не дотянул опять. Да, патрон, конечно. Да нет, еще чуть-чуть собрали. Блин, да, надо было патронаж брать на винтовку. Ну хотя, что нам мешает на пистолете, то же самое. Когда они не очень далеко, почему из пистолета стреляют? Пикай-пи. Давайте пистолет. У нас перк работает и там, и тут. И на пистолет, и на... Блин, Ай! Оу! Так, что-то он вообще неубиваемый какой-то. Сударь. Так, надо брать. Чувак, ты вообще неубиваемый, что ли? Ты чё вообще? Рис? Я не... В смысле?
Чё-то я не совсем понимаю иногда, почему я не попадаю. Да, вот сейчас я действительно не попал. Longer should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. Ай-яй-яй. Ну, это не дашь сейчас так болеть. Еп. But everybody knew that Curly shot him in the back. Так, давайте посмотрим, что тут у нас. Это, по-моему, дробовик. И это у нас обрез. Да, здесь есть, смотрите, обрез. А можно сделать винтовку на дробовике? Да. Давайте с обрезом поиграем немножко, когда они будут на ближнем расстоянии. Давайте проверим. Пойдет. Что нам предлагают сдать? А, ну да. Тогда на винтовку надо патронаж увеличить, брат. Бам! Бам! Просто домой. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Угадай. А, нет. Я думаю, мы его просто пострелили. Так. Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. Блин, это просто динамит. О, блин, понятно, почему динамит дают. Ловить сударя. Удари, как говорится, и сюда. Лови. 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 Видите, я не всегда в режиме Петровича. Ну просто патроны тратить. Тут явно рассчитано на то, что нужно с динамитикой их принять. Мушка не так, чтобы очень удобная. Не, он, короче, сидит на непробиваемой. Консольные игры, ребят, консольные игры. Не верьте своим глазам, так говорится. Ладно, бывает. Рядом сокровище. Надо будет проверить. Ну, кстати, пишите в чате, что тут сокровище будет такое. О! Уже с двух стволов начинают отрабатывать. Я потому что могу эту подсказку не заметить. Нема. Это зараза. Блин, какое же здесь говно, дробовики, чувак. Я лучше револьвер себе обратно возьму нахер. На случай, если патроны кончатся. В такую дальнюю не попадем. Надо брать винтов. Еп. Еп. А, это со щитами, ребят. Ну ничего. Открывайся. Симчик. Первый ушел. Нет. Так, как я не попал? Как я не попал-то сейчас? Так, слушайте, а если я вот так просто сделаю? Красиво, кстати, визуальный ряд мне нравится. Игра старая, но она очень прикольно выглядит. Очень стильно.
I'm about to get to that, Ben. Patience. I'm painting a picture here. Так, обрезанный дробовик и наша винтовка, собственно. То есть это возможность выбрать, так сказать, все что угодно, но у нас, в принципе, и оптимальный вариант, потому что дробовик здесь то такой, что такой вообще никакой. Тяти, ку-ку, кто-нибудь еще смотрит? Я так чувствую, все на фуллскрин, да, открывают и смотрят просто как летсплей. Это тоже хорошо время от времени. На ночном стриме тогда будет опять наркомания от смородины. Будете. Бля, лишь бы только не дуэль, так бы не хотелось. Мне не очень нравятся дуэли. Они сложные очень. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Whoa! Я пошел. Я понял вас, сударь. Я понял. Очень странный звук работает. То есть мы будем здесь очень много бегать вокруг Глоппа. Очень много мы будем бегать вокруг Глоппа здесь, я понял. Понял. Твою мать, он хорошо стреляет. Так, а здесь что, непроходимая стена, понятно. Хороший был в эту сумму, револьвер, он чаще стреляет, чем я думал. Сзади. Раз уже сзади начинает отрабатывать. Ой, сорян, микрофон не заметил. Блин. Вечер перестает быть томным. Надо подождать, он. Собака сзади опять тут. Вот урод, а? Жесткий босс, но это лучший босс, чем тот, что был. Hide and Seek, да. Я хочу поиграть в Hide and Seek, вон он. Ха-ха-ха-ха-ха. Что-то все ушли, походу, тишина такая в чате. You didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Клёвая игра. Вообще прям клёвая. Мужик, пощады. It's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Тут два глаза надо, чуваки. Как-то вообще. Блять. Слишком сложно. Да.
That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one. Пиздец, как я не люблю дуэли в этой игре. В Red Dead Redemption дуэли были проще. В Red Dead Redemption мне дуэли нравились больше. Успел. Sorry, I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. No. Нормально. We'll take it. I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Третий эпизод. Innocent. Wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Угу. Один на один у нас ждет с ним поединок, ну как обычно. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe. Так, чай, ребят. Там хоть работает все, что-то чатик умер. Чатик умер куда-то, непонятно. Да? Работает. Ну, народ больше, чем на Биошоке, я хочу заметить. Так, это закроем. Я проверил. Ну вот, нормально все. Так. А ну вот там смотрит еще. Так. Да не, я думаю, большинство слушает как радио просто. Сейчас мало кто стрима смотрит, сейчас в основном как радио слушает. Но это тоже неплохо. Ну и причем тут, наверное, не самый интересный геймплей-то, где я просто стреляю, шутеры, они такие. Red Dead Redemption, там вот диалоги будут, наверное, побольше диалога, все дела. Там, наверное, будет повеселей. Ну, мне прям нравится игра. Классная. Прям такая стилистика прикольная и озвучка очень хорошая. Стрельба прикольная. То есть прям нравится. Ууу, три хедшота, чувак. Так, в это я не пристрелю. Оу, oh, yeah. Опять что, все? Не, ну я проходить буду долго, ты видишь, как я долго прохожу. Вдумчиво так. Еще можно эти самые понаходить. Сокровище попробовать у нас на это все-таки обилка. I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. А, мы убрали динамит. А, нет. Так, давайте дальше качать винтовку. Скорость прицеля из-за любого оружия увеличивается. Так, ну вот стрелять динамит на самом деле я не буду делать пока. Концентрация запоминаем в голову. А врагах за спиной это нам... Хотя вообще можно, пока не начали стрелять, казнь. Вот, это хорошо. Вот это классная тема вообще, вот это хочу. И потом вот эту винтовку с вами надо бы. А куда? Там идти-то? Не вижу. А, куда? Я думал, вам в пещеру. Ладно. Так, подождите. А, по рейсу, я понял. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in 48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. Oh, well.
Оу, сейчас на самом деле тоже должен был попасть. Не попал почему. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Oh yeah. Charlie Crow, the blacksmith. Ой, а мы перепрыгнем? А мы, наверное, не должны там по сюжету попасть, да? Мы, наверное, должны вниз. Не, он никогда не допрыгнет, точно. Ordinary citizens who lived a double life. Я думаю, 2-3 стримчика, наверное, по ней будет. Бывает, надо, знаете, когда вот не пошло и все, и домой. У меня же была вот эта вот трэш. Я не понимаю, как здесь вторая жизнь работает. То есть, вот, честно говоря, вообще непонятно. То есть у тебя типа есть вторая жизнь. Ой. У тебя есть типа вторая жизнь. Но она очень странная. Ау, не попадаю. Блин, да что ж я не докручивать не может. Там, наверное, надо пистолет просто брать и пистолета было бы помить. Блин. Надо револьверчик уже брать. Блин, далеко он. Где револьвер? Да, не нормально. Ну так, не очень красиво получается. И сдохнул как можно. Это я сейчас должен был уйти, а вот сейчас не попал. Yep. Yep. Had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing a blind with the other. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. I was outnumbered and in way over my head. But I was too damn stubborn and stupid to. Зато у вас, кстати, более плавная картинка, как всегда, когда я играю в шутере на геймпаде. У вас, как видите, более плавная картинка. Вам же хорошо. Так, я не понимаю, мне предлагают поменять оружие. А, не, ну мы. One stray bullet, one stray spark, and I'd be blown to hell and gone. I thought I was some kind of hero. А куда нам идти? Ага. Ага. Так, подождите. Может быть, вход? Вход. Точно, вход. I finally made it past and headed on to meet my destiny. Так. But first, I had something I needed to figure out. Нам туда, значит, здесь, скорее всего, сокровище будет. Не? Не. Ну, может, здесь? I had a few ideas on how to get into that mine. But once I made my decision, ага. I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. А второй вариант. Понятно, раз самое опасное, значит, мы идем туда. Хотя, возможно, нас убьют на этом прохождении, и нас тогда перешлют на второстепенный. Я не понимаю, кто там еще жив? Кто? А, сверху там, господи, сверху. Дробовик вам не нужен, спасибо. Домой.
Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Some of those shafts could be as deep as hell. Пипец тут народу. А мы не можем пройти здесь, да? Даже есть присевшие. А, можем пристрелить его нормально. Это собака, а? Самороды где-то рядом. Так. Используй. А, это лестница. Ах. Мне кажется, надо перепрыгнуть. Так, а где же может быть самороды? И вот здесь вот такой один, да. Так. Не? Блин, я думал где-то здесь. Черт, логично, что он был все-таки внутри этой херовины, не? Не. Странно. Может есть... А, подождите, вот здесь можно. Непонятно. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. I would just need to be careful not to blow myself. Блин, а где же здесь самородов? А, вот он. Тихо. Эй. Ну, хоть одну нашли. Так. With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what to shoot. Нельзя, короче, я понял. Я хотел проверить. Чатик, да, чатик, к сожалению, мертв, но. Может, игра настолько интересна, что люди. Так, понятно. Пуля насквозь голову проходит. Пуля насквозь голову подходит и с рабочим взрывает. Ну и плюс это игра же на прохождение, я уже говорил. Людям не нравится игра на прохождение. Они говорят, что они хотят игры на прохождение, но на самом деле не хотят. На самом деле не хотят. Не, издалека нельзя взорвать, не, их тут слишком много. Ой, зачем я это взял? Я думал, это сокровище. Оно так светилось, как сокровище. А, теперь уже можно. Игрой не предусмотрено, что ли, что мы можем здесь остаться? Ничего не понял. Так, подождите. То есть я так понимаю, начинается обвал, мы должны бежать. И бежать, куда глаза глядят. Не особо с ними заморачиваюсь. Ясно. It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. А, я же говорил, все плохо кончится в итоге. Мы сейчас другим путем пойдем. Это, короче, хуевый путь.
Интересная система повествования, действительно интересная. Я так и думал, что первый вариант в любом случае окажется провальным. Типа, насколько бы даже мы охуенными не были, но все равно... That scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution. Because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. I needed to make a leap of faith. Which ain't easy when you're suspended between heaven and hell. Ушей, допрыгнем. Да ну нахер. Ну ладно, давайте попробуем. I was determined not to give up. Keep. Live and die by script. As Sheriff Plummer seemed quiet, the despicable. Это план. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way. А вот сейчас попал. Вот сейчас попал. Made it my mission to settle that score come hell or high water. Просто домой. Зачем дробовик нужен, если винтовка в тело убивает с одного выстрела? Упор. Дробовик тогда вообще непонятно зачем. Рассказка о врагах становится. А, идет. Я вот последнюю хочу, вот ту, которая, блин, это самое. Зажимаешь кнопку и сразу умираешь. О, самородок где-то рядом. Нам, наверное, по лестнице надо будет потом. А, нет, подождите. Думал. Значит, здесь самородок, а лифт это уже пау. Это самое. О, нифига себе, 7 человек в этих осталось. То ли счетчик багает, то ли что. Так, подожди. I was warmed up already, so what the hell? Непонятно, то ли лифт был автональным, то ли обе. Как он хочет посмотреть. Непонятно. Я думал, что по одному из пути сокровища, а по другому типа это сам. Это была плохая идея. Можно было нажать. Кто он был? И ты где-то был? На перекладине слип был. Ну давайте сходим еще раз. Кстати, может быть. Вижу. Белая шляпа на белом фоне, поэтому я не заметил. Молодец. Вот видите, кто-то еще смотрит. Вот Вася еще смотрит. В него разобраться, что происходит. Да, многие как радио, я говорю, используют. Просто вы в чатик пишите время от времени, чтобы счетчик Твича как бы обновился. Потому что иногда счетчик начинает не засчитывать, если вы ничего не пишете долгое время. Там, наверное, надо будет сейчас. Пришлось потратить. Надо было либо с пистолетом залезать. Кстати, на этих местах лучше использовать пистолет, потому что винтовка там просто медленная вообще. Не понял. А, это типа лифт, на котором бы, наверное, приехали, да? Нет. Пиши, что это скучнее. А ты же в Warframe что, не играешь сейчас в Смородину? Я думал, ты затрачиваешь там уже потихонечку. И в голову попал, и в динамик попал, между прочим, да? Вот так вот. Вот так вот. А, ты кушаешь? Приятного аппетита тебе, смородина. Соло. Что-то тебя раньше соло, по-моему, Warframe не останавливал. Что-то ты вдруг внезапно. Обыгралась уже, потихонечку обыгралась. Я говорю, Warframe это ненадолго. Блин, ненадолго. Ну, в смысле, надолго, но не настолько. Ничего, скоро патчик выйдет, будем с тобой играть.
Так, я не понимаю. Игра. А! Создаем высоту. Ну, ладно. Сейчас нас будут закидывать, я чувствую, пистолет брать и отстреливать. Благо у меня идеальная реакция, как вы знаете, и точность. И динамит я смогу изи отстреливать. Ой, не попал. Так, сейчас мы точно сдохнем, то есть все начнется со смерти. Нет, пока еще нет. Не вижу динамит, не вижу. По-моему, я не туда, да. Я жив еще? Так, ладно, мы еще каким-то образом живы. Так, давайте смотреть. Как я хуёво по нему стреляю? Я ж попал! Не вижу. Понял. Там хелп. Он пошел за помощью. Вон. Он попал на мать. Я убьешь? Нет, это только этот выходит. Ну попал. Блин, ну какой же жесткий этот сучонок, а? Я его не вижу. Ёбаный стыд. Нихера не понимаю я. Я пока, блин, уклоняюсь. Не туда. Да, не туда уклонился. О-о-о-о. Так, понятно. По динамиту я плохо попадаю. Да, по динамиту очень плохо сделали стрельбу. Надо сделать было, чтобы время замедлялось, чтобы была хоть какая-то возможность попасть по динамиту. Это практически нереально сделать. Сначала приспешно. А, я его убил. Еще приспешник не убив. В этот час удачный, я ему напиху ёнил в лицо. Вот сейчас неплохо получилось. Даже динамит сбил. Ну чё, патч выйдет, смородина, вернется что за Warframe, будете с ним затрачивать.
Ну и потом, конечно, смотреть стрим это интереснее, чем играть в Аркхэм одному. Не, котик это нет. Это надо какой-то ивент придумать. Спасибо за подписку, прошел канал, у меня в подписке? Я вроде никого не подписан, кто в ЛТД играет. Пиви может только если. I dodged death many a time, and that night in Abilene was no different. Yep. I was there with the intention of finding that bastard Bly and collecting the bounty on John Wesley. Нет, нереально, это слишком плохо сделал Man vs. Game. А, но он его давным-давно, да, стримил, но это он уже очень мало стримил. Личная драма и все такое. Наконец-то мы смотрелись. Ах, ты отошел с этого. Оу, я. У нас, кстати, ульта есть. А, не, мне просто обнулили ту, которая была. Не обнуляют. I thought the Texas Rangers got hard. Yep. That's what they want you to believe. It was cold in a witch's tit and a brass bra that night as I fought my way past his loyal compadres. To the very same saloon we're sitting in today. Look around and imagine this place painted in blood. Harden was waiting for me and... Oh! I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this some bitch. He deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Harden was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Shit, it's cold out here. Ну народу больше, чем медвежок. Right, we gotta stay out here, keep it up. Shoot that son of a bitch. Блин, ну ты я не удачно. They knew. Most of them were wanted as well. I figured Harden was here somewhere, but to get to him, I'd have to get past his gunman. And that was easier said than done, as most of them were as foolish and full of bravado as I was. I had to spend a lot of blood to find out Harden wasn't in that camp. Каким-то из выстрелов, скорее всего, попадешь. Да, ночью будет стрим. А, чё будем ночью стрим? Harden's boys apparently didn't want me to reach the bridge. Так, самородок, чуваки, надо найти. Наверное, это да, если не выйдет. Это не самородок. Где самородок? А, во. Наверное, это дай. О, Серега 83. Здорово, здорово. Это хорошо, что не все отписались еще у нас. Есть люди, которые еще возвращаются, помнят. Привет, привет. Наверное, это дай. Если не выйдет патч, то, наверное, это дай. Потому что пока патч не вышел, будем все подряд другой задрачивать. Ибо Warframe будет очень много. Тихо. И надо бы уже, наверное, немножечко. Все, не попал. Было бы красиво, если бы попал.
Эх, беглым огнем пытался, но нет. Здорово, да, Серега, здорово. Серега, а чё ты не сабишься на канал? Надо сабиться. Дайте, короче, 300 рублей доната, и я покажу котика на стримчанс. Видите? Как раз у нас сегодня веб. Да, нам, да? А тут, конечно, котик, ну ладно. Это хрень. Это дробовик. Ау! А, или новый сабскрайбер, да, вот, давайте, 300 рублей или новый сабскрайбер. Однажды это прокнет, я верю. Однажды это прокнет. Ну. Еп. Бам, ес. Я буду стараться теперь беглым огнем больше попадать. На скидочку так легко. С геймпада особый кайф. Не, ну может кто-нибудь возьмет. Мало ли у нас фанаты котиков на стриме. Так. Как раз алерт триггерите, который давно не был за 300 рублей. Before I could test my mettle against Harden, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been. Так, знаете, лекарства выкинь на Авито. Какие лекарства? Лекарства выкинь на Авито. Не, Серега, ты ни разу не сабался на канал. Все. Донатик был, от тебя помню, да. Другим сабы дарил, а сам ты не сабался. Опа! А. Серьезно? Да ты, чувак, ты заебешь? Ты заеб. Надо как следует, ладно, выцелить этот гораса. Да не могу я в него попасть. Чувак, ты. Это Борис хрен попадешь, короче, я понял. Ну, слишком далеко, мне кажется. Наконец. Ух. Так, так. Ай. Что-то я немножечко пытаюсь как-то сделать очень быстро, на скидочку, но не настолько я хорошо геймпад. Я попробую. Руки отвыкли. О! Всё, появилась та хрень, которую я хотел. И оружие, кстати, золотую винтовку. Оу-е! Оу-е! Еп! С геймпадика без аим-ассистика-то, а? Кстати, да, для тех, кто вот недавно подошел, напомню, играю с геймпада без аим-ассиста. Видали, как я их разоблачаю? Ой, как раз промахнулся. А так всегда, как начинаешь.
говорить, как ты хорош. А как? Понял как. Все. Надо брать пистолет. Ну, собака какая. Ну вот видишь, как видишь, вполне возможно. Как видишь, вполне возможно. Без аймассиста. 300 рублей, Серега. 300 рублей, я тебя научу. Амсу Петровича? Ну, пускай смотрит. А, вот и он. Те, кто захотят, ребят, что-то другое смотреть, они все равно пойдут другой чем смотреть. Поэтому какая разница, Петрович это или какой-то другой рандомный чувак. Felt a bolt of adrenaline, or maybe that was fear. То есть даже хорошо, если это Петрович. О, Киллиан, здорово. Он даже не пытается уйти за ним. Не успею. А, уклоняться надо еще. That man was faster than grease lightning, but being inebriated as he was, he didn't count his shots, and now he was at my mercy. О, обалдеть, Серега, донатил 300 рублей. Ну вот видите, байт прокатил. Shot him in the back, the saloon, just like this one. Anybody up for another beer? Ну ладно, что, обещание есть обещание, сейчас, когда будет нас пауза. Yeah, so whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, do you ever go toe-to-toe with a red man? Ну ща, какого найду, того и притащу. Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Ну хотя как раз вы смотрите пока, наверное, я сейчас подойду. Revenge was also his primary motivation. Все, жопушники довольны? Разбудили кота? Разбудили животных? Я его не понимаю. Он очень большой. Да, смотри. Вот он. Смотрите. Он спал. Жопушники, его разбудили. Посмотрели? Thank you.
Что ты шугаешься? Не шугайся, все хорошо. Тихо, тихо. Что у тебя случилось? Все нормально? Все, понятно, понятно. Понял я тебя, понял. Так, ну чё, всё. Котик, да. Котики, они такие. Жопушник меня не расцарапал. Сейчас. Даже проверю. Она смородина. А не малинка. У меня еще два кота есть. Поэтому в будущем, если захотите увидеть остальных, у меня есть еще два. Так. Опять я не причесался. Есть. Сейчас бы причесывался бы. Так. Сейчас я не буду удобнее, зато как раз. А, горло. Ну, горло это может быть ангина, да. Хотя при ангине очень вырастает температура, как правило. Так, давайте поправлять вебку. Вебку поправлять. Посадим. Ну чё, смородина, ты довольна? Серега смог удовлетворить, так сказать? Ну, Серега и котик. Сдал на 19-й. Привет, Рим. Пропустил кота. Пропустил кота на стриме. And the slaughter was unspeakable. Так. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Кстати, странно, что никто клип не сделал. Если кто-нибудь подпишется, ну... Не знаю. Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. He led a band of young Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. Yeah. Oh. Ah, нормально. Так, а к нам надо обойти, наверное, да? Как обычно. Видите, такими темпами игра займет не 5 часов, как вы понимаете, гораздо больше. Птичка. Не попал. Не попал. Возможно, ее и нельзя убить. Хотя, скорее всего, можно. Прикольная игрушка, конечно, прикольная. И симпатичная, кстати. Не в ту сторону. Ну то есть я нажал, потом сразу нажал в другую, но было уже поздно. Да ладно. Главное, чтобы смородина порадовалась. Рим идет. Часа два. Ну, я смотрю, эта игра нравится больше, чем Биошок. Воу, damn son. Воу. Oh yeah. That's the way you do it. Валим. But now that the shooting has started, there was no backing down. Надо было брать винтов.
О! Тут нам нужна винтовка. Два часа. О, смородина! Жирафки-ликоптер у нас теперь смородина. Ничего себе. Поздравляю тебя. А я, знаете, как 19 ранг проходил? Если это то, где я думал, где там стелс. И где можно только в мили, да? Вот. Есть редимер такой милишный. И ты, короче, если его правильно собрать, можешь просто стоять на стартовой точке и просто редимером всех отстреливать, поставив баншу. У банши же бесшумные выстрелы все. Вы берете баншу, берете редимер и просто редимером всех убиваете. Изи. Просто стоя на месте. Вот так вот. Ой. Ну откуда же я знал, что ты это самое. Тем более ты говорил, что ты уже прошла экзамен, но не можешь пройти само это самое. И плюс это на ютубе есть. Ты же всегда говорил, что надо на ютубе смотреть. Я на ютубе это подсмотрел, это не я придумал. Я как-то тоже залипал на этом стриме, думал, естественно, на этом тесте, думал, йо, камень театр, как это пройти? А там на ютубе смотрю, хуяк. Берешь большую, редимером всех просто отстреливаешь. Слушай, что-то много. Ты же не просила помощи? Типа, мол, помогите, как это пройти? Просто говорил, что не можешь пройти. Да япон? На, заебал. Стоп, придурка. Rugged country, the winter home of the Chiricahuas. And that's why they had retreated there. Смысл? Кто там вообще стреляет-то по мне? To having some regrets about going after them the way I did, but then again, I got a lot of those. А, шпионаж на Луа, да, шпионаж на Луа, это классно. Там хорошие карточки падают. Ебать-то. Надо почаще этим пользоваться. Я достаточно много хедшотов ставлю, можно вот это почаще делать. Эрес? Класс. Красиво было. Блин. Да, это... Если случай, ублюдок. Найсу. Блин, ну это был вообще абсурд. Как я не попал? Просто удаляй. Угу.
Что? В смысле? Так ну что, прыгнул что ли туда на самом? А, во! Хорошо не прыгнул. Ты чё? Чуть-чуть не докручивал. See, back then, I had a stubborn streak a mile wide, and I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit, as they had torches on the walls. Тут могут быть сокровища. Хотелось бы уже их наконец-то найти. Хрена лысого. А не сокровища нам. Вот и такие за окном офигенные. Россия, о, идет. На ток револьвер брать для таких вещей. Ибо бессмысленно дробовиком это делать, оружием это делать. Да, сокровищ мы нашли очень мало. Подсказки здесь не бездарнейшие, толку от них ноль. Так, а мы пришли откуда? Ага. Ну это, наверное, херовая идея была. Chiricahua had hit out there during the Indian Wars. Oh my God. Yep. Как же я хорош. Так, кстати, Сереге обещал научить его также пиздато играть. Серега, если ты еще сможешь, как пиздато играть с геймпада? Берешь геймпад и пиздато играешь. И все. To be honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones. Бог пик тайм ивентов, просто бог пик тайм ивентов. Блин, я хотел в мили в коленку, не получилось. Я просто кнопки забываю все время. В каждой игре разная милишка кнопка. Ну, тут револьвер в тему даже. Еще и разные квиктайм ивенты, причем будут, ничего себе. Каждый раз разные кнопки нажимать. Сука, почему я не могу в тебя попасть? Так. Возможно, носить больше патронов для винтовки, больше патронов для винтовки, повышать патронаж, перезарядка винтовки, выставляя обойму сразу в винтовку, высыпающий. А, ну то есть нам становится этот не нужен. Да. Динамитом я не пользуюсь. Можно что-нибудь другое уже качать. Поставить дробовик не только может задесать, но и повреждение требует ядерной точности прицеливания. А. Вы не можете пулеправильно, например, защищать себя в среднем бою. Так, возможность носить больше патронов для дробовика, больше дроби в патронах.
более высокий комбо в концентрации. Будете еще эффективнее, когда сосредоточены. Множитель комбо в концентрации будет расти при каждом убийстве. Быстрая перезарядка дробовика. Ну это, короче, для дробовика в основном. Давайте здесь. Не. Черт его знает, чуваки, даже не знаю. То есть тут просто как бы все остальное нахер не нужно. Винтовку больше никак улучшить нельзя. Давайте концентрацию, наверное. То есть верхний вот так поднем вниз. Оба нет. Да. Чё за... Подождите, чё за бред? Наконец. Иногда очень странно, хитбоксы здесь отрабатывают на самом деле. Прям странно, слово странно. Полигиния is traditional among the Mescalero. Так. Надо попробовать. Гайд по стрельбе. Амс там сделал уже гайд. А чё ж ты котейку-то проспал, Амс? Чё ж ты не сделал ролик про котейку? Ну, с двух револьверов можно будет пострелять, прикола ради. Ой, секретик нашли. То есть это будет босс, что ли, я так понимаю, или чё? А, босс. Я пришел на эту флотовую гротту, и это когда я увидел его. Он пришел ко мне неоружённым и неопасным. Его голос эхоил в тени. И я почувствовал, что он не причинил мне вреда. You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. As his story unfolded in my mind. Можешь пересмотреть все до конца? Зарабатывать миллионы будешь, да. Soul would be no rainbow if the eye had no tears. Нет, не могу попасть. Надо винтовку брать. Вдаль все-таки стрелять с винтовки гораздо проще. Мужик, на татуре. Плохо. Ну так. Ой-ой-ой, как я сейчас наберусь промахнуть. Оу, еее. Ай-яй, он же спрыгнул. Правильно, высоту надо было. Ой-ой-ой. Тихо, блядь, тихо. I swear I couldn't see any way out of this trap. But suddenly, one just appeared. Kind of like a miracle.
Туапир. А, лестница. Лестница возникла. Так. Не, на самом деле все очень просто. Практика. Я однажды, когда купил Xbox 360, попробовал поиграть в Halo 3. Ну, вы знаете, все же дрочат на Halo, это же, боже мой, богоподобная игра, все дела. Ну, любой эксклюзив — это богоподобная игра, вся хуйня, вот. И я хотел играть в Halo на геймпаде. А я как бы любил всегда геймпады, но у меня как бы была фишка в том, что я играл на геймпадах только в игры от третьего лица, только типа там вот, ну, Batman, Tomb Raider, там вот, ну, такие, знаете, Assassin's Creed, вот, вот такие. Ой. Вот, шутер я тоже не любил. От, на геймпаде я не понял, как вообще это возможно, в принципе. То есть там Bioshock первый я изначально проходил на клавимышке, там, и так далее. То есть игры тех лет я проходил на клавимышке. Вот. Сел играть в Halo и понял, что, блядь, на геймпаде играть в шутер это полный пиздец, это нереально вообще. А, и как-то забил. Думаю, нахуй, не буду больше. А вот. И Halo мне не так, чтобы очень понравилось. Ничего особенного, просто обычный шутан. Ничего абсолютно особенного. То есть вот все, кто будет там вам говорить, что Halo это лучше, что, блядь, обычный шутер. Хороший, хороший, но просто шутер. Вот. И потом как-то в какой-то игре, по-моему, Far Cry 3, по-моему, Far Cry 3. Ну, может быть, какой-то другой, не помню. В шутере каком-то от первого лица я понял, что мне слишком скучно играть на клаве мышки, потому что она слишком простая. И я поймался на мысли, что походу она просто оптимизирована для геймпадов максимально. То есть она прям такая не быстрая была, такая простенькая-простенькая. И а повышать уровень сложности как-то не очень хотелось, да и потом это не изменило бы ничего, вот. И я думаю, попробую я прикола ради на геймпаде поиграть, потому что думаю, я уже столько лет на геймпадах, а все подряд играю от третьего лица, и, типа как бы уже, наверное, достаточно неплохо стреляю. И да, попробовал, сел и понял, что да. Сначала с аим-ассистом играл, как все, а потом понял, что с аим-ассистом уже слишком просто, слишком скучно. И стал, собственно, тренироваться без. И выяснилось, что без аим-ассиста играть еще веселее. Вот. Ну и вот, в итоге, видите, достаточно неплохо стреляет. Я, конечно, не скажу, что геймпад может с правой мышкой соревноваться. Конечно же, нет. Но, ну как, в большинстве случаев, скажем так. Есть люди, конечно, которые на геймпадах пиздец как круто играют, но это минус. Но в этой игре мне было бы на клаве мышки очень скучно, сразу скажу. Ну как бы это было бы слишком скучно. Здесь замедление времени есть, и как бы всякие обилки вот эти есть. Вот, поэтому... Я Doom последний прошел без аймасиса на харде. Чё ж там говорить? 100? Давайте тогда два пистолета возьмем все-таки, раз уж такое дело. Блин, долго прибежать. А, мы не сможем. Нормально. Хотя не нормально. Нормально. I'll take. По-моему, мне пиздец идет, да? Так, у нас один не заряженный, потому что револьвер, поэтому не можем еще стрелять. Очень высока вероятность, что наш пиздец. Не, размикрил, размикрил, размикрил. Блять, почти размикрил, ладно, не размикрил.
Это был левел ап, а не конец. Я думал, это уже конец. Это был левел ап. Ох, одуреть. Какой же только рассказчик меня прям вставил. Я вам прикольный, прикольный. Ох ты, смотрите, у нас Амс, короче, научился что-то новую команду какую-то. У Вайсбота, смотрите. Один год назад, 38 дней назад, был зафоловлен Амс. Он на самом, видите, нового бота постигает. FC. Follow counter, видимо, counter. Счетчик фолловера. Год назад, 38 дней. Что же теперь лучше на ПК или на консоли? Ну, я играю на ПК, но на геймпаде. DualShock 4 прекрасно работает с ПК. DualShock прекрасно работает на ПК. Чузо у нас подписан 19 часов. Never did find him, and never did collect. Так что, ребята, да. It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable, depending. Если есть новый зритель, не стесняйтесь, пишите в чате, подписывайтесь на канал. У нас приятно дружить на комьюнити. Хотя не представляю, как на этом стриме могут быть новые зрители, но мало ли. Мы пройдем эту игру до конца, но мне понравилось очень. Как раз в преддверии Red Dead Redemption эту тему. А ночью у нас будет либо Let It Die, либо Play. Those Daltons were lawmen once, before they all went bad, robbing banks and trains. Интересно, сколько глав в игре? Как бы так разделить? Если их 15, то надо заканчивать. И по 5 глав в день делать. Если 10, то, соответственно, тоже. Если 12, то надо еще одну. Сколько, интересно, глав в игре? Надо загуглить. Как бы распределить хотелось бы, чтобы было хорошо так. Попробуем загуглить. It was early morning. Сколько, интересно, у нас глав в этой игре? Эпизодов. Не понял. Восемь. Бля, что-то не понял, сколько их интересно в этой игре. А, 14. 14 эпизодов. Ну, наверное, последний будет затянутый же, да, наверное? Так, а мы с вами стримим уже сколько? Yep, time. 2:40. Наверное, будем заканчивать тогда, ребят. Тогда, наверное, будем заканчивать.